Сеньор маркетинг-директор Валентина Драгончук, маркетинг-директор Ольга Юрченко и партнер Ирина Кулакова. Вы понимаете, что кто был в кризисе, знает, что каждые 10 дней
нужно, чтобы люди заходили и полностью наполняли лайнеры. То есть, получается, каждые 10 дней вот должны люди путешествовать. И как раз наша компания, она помогает людям увидеть эту возможность, дать возможность путешествовать выгодно и путешествовать красиво, наполнять свою жизнь яркими эмоциями. Поэтому, так как здесь бизнес строят мудрые люди, инвесторы, кстати, вот Саудовская Аравия купила сейчас уже в период кризиса акции одной из кризисных компаний, то есть они видят, что этот сегмент развивается, потому что путешествия, ну, многие надоедают, вот, как наши уже спикеры говорили, а здесь вы всегда получаете свежие эмоции. Поэтому я решила, что я буду строить здесь бизнес, потому что люди здесь всегда будут приходить, как мы приходим, так и наши друзья, наши родственники. Я приглашаю вас участвовать вместе с нами, делить этот огромный